рыцарей по стране в поисках сведений о том, как можно исцелить эту пораженную землю. Но сегодня после полудня некая женщина по имени Линет прибыла в Камелот и просила короля помочь ее сестре, леди Леоноре, которую осадил в опасном замке Красный Рыцарь. Артуру некого было послать, так как все его рыцари отсутствовали. Судьба дамы казалась безнадежной, покуда кухонный мальчишка по имени Гаррет не предложил свою помощь. Линет была крайне огорчена, будучи вынуждена принять помощь от поваренка, пахнущего капустой, хоть он и был мил лицом. Однако, поскольку больше никто не вызвался, ей пришлось, скрипя сердце, согласиться. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Рюк, и мы продолжаем проходить с Рохан Флэншис кампанию короля Артура, глава 4, становление сэра Гаррета. Я понимаю, вам может показаться странным, что такой человек, как я, вызвался выполнить столь опасное задание. Но я с самого детства учился владеть мечом, и мой брат, сэр Гавейн, считает, что это неплохо у меня получается. Я всего лишь хочу, чтобы мне дали шанс доказать, на что я способен. И тогда, возможно, король позволит мне присоединиться к рыцарям круглого стола, и я смогу никогда не возвращаться на эту отвратительную кухню. Окей, что у нас там будет... А, это вот эта долбанная миссия там с этими, господи, как их называют? Я понимаю, вам... С ловушками? Сэр Гаррет отличный парень, сэр. Вообще капец, такая противная тема. Мы должны хорошенько следить за ним, когда он будет сопровождать Линет к замку. Красный рыцарь послал трех своих самых доверенных вассалов, чтобы они преградили дорогу сэру Гаррету, мой сеньор. Его путь к замку не будет легким. Я вообще не помню, где эти долбанные ловушки. По вашей команде. Можно уйти отсюда? Пожалуйста. Марш. Готовьтесь. Милорд. Интересно, почему король не мог предоставить мне настоящего рыцаря? О, государь, леди Линет в ужасном расположении духа. Имя государя! Шучай! За госпожу! Блин, ненавижу такие миссии, пойди. Как прикажете. Ага. Находит и уничтожает ловушки. Найс. Особый дар сэра Гаррета заключается в способности обнаруживать ловушки, милорд. Нам следует позаботиться о том, чтобы он не пропадал даром. Во имя государя! Ты убил мою лошадь, тварь! Повержен. Вперед! Да вы издеваетесь? Вперед! Он же у них уничтожает. Выезжаем! Написано же. А находит и уничтожает ловушки. Отлично. Мечники! Вперед! Гаррет, вы уверены, что знаете, как обращаться с этим мечом? Мечники! Вперед! Но самое главное, не терять лучников. По коням! Остальное все фигня. Вперед! Где враг? Тихо. К славе и почету! Как вот? И как? Куда? Что делать? Может, другой путь был какой-то, нет? В атаку! Это наш долг! Боюсь, это невозможно, милорд! Боюсь, ты сдох, друг! Это невозможно, милорд! Искромсаемы! Как прикажете! Получи! Союзник прислал на подкрепление. О, какая щедрость. Йоу! Есть, мой лорд. Вперед!
господин? Да, милорд! Где? Где помощь? Государь? Ура! Я вас нашел. Ух ты, как вас до хрена. Пикинеры, вперед! Найс! Пикинеры, марш! Ждем приказа. Так, значит, вот этих ребят. Какие испытания? И вот этих ребят. Мне, пожалуйста, в одну сторону, всех остальных по барабану. Так даже хорошо, что там чувак без коня остался. Пошли, живо! Как скажете. Отправляюсь сердцем полным надежды. Арбалеты на изготовку! Да что кухонный мальчишка может знать о битвах? Бедный сэр Гаррет. Мне кажется, леди Линет несправедлива к нему. Мне кажется, леди Линет хочет получить по щам. Чудесно. Я вступил момент. Ну вот здесь, короче, есть. Ладно, мы неторопливы, мы подождем. Ждать, собственно. Я докажу, что достоин этой чести. Живо! За госпожу! Можно еще подкрепление раз так 20? Я буду счастлив. Во имя государя! Да что вы с ним воюете? Оставьте его в покое. Он так сдохнет в лучниках. Как скажете. Отправляюсь сердцем полным надежды. Синий рыцарь повержен, мой сеньор. Во имя государя! Как прикажете. Теперь ждем. Надо посмотреть. Где-то будет подкрепление? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот здесь должно быть подкрепление, я предполагаю. Ну туда далеко. Далеко. Что же делать? Блин, какая-то хрень еще долго восстанавливается. Разработчики хотели сделать Warcraft, но... Никаких фласочек, никаких регенерирующих способностей. Нету, пожалуйста, жди, чувак, короче, 5 минут, пока у тебя откатится фигня, и иди дальше. Либо проходи по 20 раз. Это же гениально. Ну вот, собственно, об этом я и говорил. Да, милорд! Ты же их уничтожаешь, тварь. Ну, неправильно написано описание, он просто их обнаруживает. Как скажете! Не понял. Отправляюсь сердцем полным надежды. Во имя государя! Как прикажете. Пошли! Да, милорд! Как скажете. Эго-марш! Лекари никакого не дают. Это просто без шансов. Отправляюсь сердцем полным надежды. Не-не-не, только не лучники. Вот этих, пожалуйста, бейте, они ненужные ребята. Встань, по ветру от меня гарит. Не волнуйтесь, государь, наверняка кусает она не так сильно, хватает. Союзник прислал нам подкрепление. Да ладно. Пошли! Живо! Во имя государя! А можно сэра как-то полечить? Как до хрена лучник? Куда целится, сэр? Как прикажете. Да, милорд! Как скажете.
Отправляюсь сердцем полным надежды. Взять арбалеты, щенки! Во имя государя! Что, лагерь наемников? Ну это капец, трэш. Арбалеты на изготовку! Ну это узнаю, конечно, хитрость. Я предполагаю, точнее, то, что это можно нужно так использовать. Живо! Быстрее! Их, короче, выманить сюда, я думаю, дотянутся. И тут у нас будет ловушка. Давайте, ребятки, давайте. А ну, живо! Пошли! Шагом! Марш! Клянусь быть верным вам! С этими ребятами надо еще поговорить. Да, милорд! Вперед! Короче, пока они там поднимаются, я тут уже со всеми разберусь. Это наш долг, да, милорд? Повелитель? Как скажете? Тут чисто, да? Арбалеты в изготовку! Ну что, остался последний, я так предполагаю. Больше-то нету. Не с кем. Ну тут прям очевидно. Короче. Я как всегда протупил. Потому что я не помню реально, как проходить эти миссии все. Их можно ускорить, кстати. Оп. Во имя государя! Быстрее! Что вы нам прикажете? Как прикажете? Вперед! Тут нету ловушек. Прислал нам подкрепление. Ура! Подкрепление! А лекарь есть? Ой! Очень хочется. Ваши рыцари готовы! Да, милорд! Где вы, ребята, где вы? Где подкрепление-то? Нет, это не вы. Или вы? Нет, не вы. О, добрый вечер, дорогие друзья. Так. Что прикажете, мой лорд? Как скажете. Наша жизнь принадлежит вам. Отправляюсь сердцем полным надежды. Медленные, ребята. Во имя государя! Они хотят ускориться, но у них не получается. Как прикажете. Да, милорд. Меняем дислокацию. Какой ты долгий, а? Пошли! Натянуть тетиву! Есть, сэр! Милорд? Как скажете! Отправляюсь сердцем полным надежды! Я вас понял. Так, и что делать? Во имя государя! Как прикажете? Да, милорд!
Как скажете. Герл! Отправляюсь с сердцем полным надежды. Так, ну с этими мы разобрались. Трепюше. Короче. А, так это наши. Это наш замок, по-моему. Нет, да? Нет, да? Красный-то, по-моему, нет. Да или нет? Блин, мне куда надо? Мне надо убить красного. Оранжевый свой. Все, я понял. Ребята, отлично. Прошло 15 минут, Саша получил. Я докажу, что достоин этой чести. Давай, бегом. Мы на месте, государь. Красный рыцарь прямо перед нами. Похоже, мы прибыли как раз вовремя. Пошли! Живо! Во имя государя! Окей, этих мы перебили. Как прикажете. Арбалеты на изготовку! Да, милорд! А я его могу сагрить? Наверное, да. Как скажете. Быстрее! Господин, так, ток. Ну-ка, иди-ка в сторонку, друже. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как прикажете. Боюсь, это невозможно, милорд. Есть! Сохрани нас, господи! Лучники идут. Мы готовы. Лучники, вперед! Смотрите в оба, ребята. Милорд, белые медведи разрушают стены нашего замка. У нас есть замок. Государь? Мы нужны вам. К оружию. Готовьтесь. Мечники ждут вас приказаний. Что приказов? Лекарь есть? Еще раз спрашиваю. Один лучник. Выходим. Да, милорд. Как скажете. С кем мы воюем? За госпожу. С этим, понял. Да ладно, друже. Мы победили. После того, как Гаррет спас леди Леонору от Красного Рыцаря и вернулся в Камелот, ему было даровано рыцарское звание и место за круглым столом. Гаррета как следует отмыли и переодели в новое достойное одеяние, и Линет вдруг увидела этого бывшего кухонного мужика в совсем ином свете. С тех пор этих двоих не раз видели, когда они ворковали друг с другом в садах замка. Ну, в общем-то, дорогие друзья, спасибо за просмотр. С вами был товарищ Санек. Увидимся в следующей серии.